справа. Так, минус... Нет. Давай на ноль. На ноль, говорю. Вот так вот. Внимание на карту! 30 километров в час. Поверни. Сбавьте скорость, а то я развалюсь. Сбавьте скорость. Так, ну мы сейчас... О, на точке же кто-то есть. Ребята, я к вам лечу. Трахать вас. Меня трахнули. А я убил. А я убил нахрен. А я убил его. Своим пулеметиком. Так, ну, наверное, от города поедем. Норм, я спать пошел. Вон там, здорово, вон там. Устал, да? Слушай, я вроде не работал сегодня, да я тоже устал. У меня такое чувство, что заметил, блин, температура будет, но ее вроде нету. Просто хуёво, если честно. Просто немного хуёво. А мы через город сможем стоять? Подъехать смогу к городу, там нормально. Здесь вот гребаная горка с заездом. Наш вертолет, что ли? А наш. Вот смотри, его не убили за заход, меня убили. Ой, чпокнули чувака. Чипы рыдули. Справа немец. Чувак катается. О, это сволочуга. Да еду, я еду, я не могу быстрее ехать. Поджали наш рез. Нормально, да? Калиберным готово! Надо весело, весело. Вопрос, если уезжать с базы или нет, или лучше остаться? Потому что я чую, что это как бесполезно уже. Одним за одним лезть будут. Особенно мне без углов не стоять хреново будет. Хотя вражики появились. И то меня это радует. Самолет, погоди. На ППЛО вроде. Кажется, как будто самолет. Такс. Очищай, очищай. Я вот думаю, ехать мне куда или не ехать. Я вот думаю, что не ехать. Мне кажется, что это бесполезно. В общем-то.
такое. Это вражеский буль-буль. Обороты! Сука.